Ну чё, здоров всем, продолжаем проходить Pokemon Play. Так, сделал буквально шаг, тут появился какой-то чувак, девушка какая-то, вернее. Ну и куда-то она зашла, и зал вот так открылся, то есть 4 комнаты. Ну я думаю, слева направо начнем. Железная... Что-то там тут... А, я так понимаю, что тут будет чувак какой-то с железными покемонами. Угу. В принципе, хорошо Дельфок зайдет, Коксайд тоже подойдет. Давай, ладно, вот так сделаем. Сейчас посмотрим, что Солидно выглядит все, солидно. О, рыцарек идет. Использующий Бигстром. Он. Ага. Доблестный рыцарь Викстром. Клевки пошли в бой у нас. Так, мне попадались такие уже, это ключи железного типа. 63 уровень. Ты-ка смотри, что он делает. Шипы разбросил. Ладно, я установлю солнечную погоду, чтобы с гарантией ваншоты. Все. Ой, это очень плохо. Я сейчас не смогу огнемет применить, по-моему. Пробу пас. А я и не буду применять огнемет. Да, психокинез сделаем. Ага. А, это весь урон. О, вот это пободрее. Пинозавр. Сизор. Да, вот, блять, а. Ладно, он все равно подохнет. Ему нечем меня бить. Он железный жук. А, подожди. Тихо, тихо, тихо. Солнце зашло. За тучу. А, у меня Дельфок все равно справится. Так, хорошо. Эгги слэш. Это, по-моему, привидение. Железно. Хорошо. Хорошо. Стойка. Изменил стойку. Вот, блин, приглушили Дельфокса. Ладно, это не проблема. Мне нужен покемон типа Райчу. Вот он. Да, я не прогадал с уровнем, что тут нужен 70-й. Викстром проиграл. Повезло из-за его первого покемона, если бы не он, бы еще проиграл бы минуту назад бы или полторы. О, а вот это, а и смотрите-ка, раз, две закрылась.
победил и дальше чапай. Такс. Есть ягоды. У меня нет ягод, что ли? А, подожди, вот они. Как нет? Есть. Где цитрус ягоды? Нет цитрус ягоды, ладно. Фикс. Столько банок, блин. Драгон. Ага, так, это логово. Ну, не логово, короче, а как сказать... Чертоги, так скажем. Раз там драконы, чем мы будем сиси мять? Берем Флорджеса и идем. А у меня против дракона больше ничего в принципе и нету. Драконьих атак нет, ледяных тоже. Поэтому вся, блин, надежда на нее. Она справится. Да, красота. Ох, сделали. Дизайн просто шикарный. Ну что? Кто это вообще такая? Хорошие новости. Ага, так и кто это ты? Дресна какая-то. Драгаун. Так. А вот и косяк века. Этот дракон, по-моему, ядовитый. Вот нет, блин, психокинеза. Это просто ужас, что его нет. Если бы он был, сейчас бы просто на изи отправил. Ладно, ладно, бьем его землетрясением. Ого. Алтария. Мне надо Флорджеса хотя бы один раз раскачать. А еще лучше не так. Лучше сделать вот так. Поле. Драконьи атаки. То есть у Флорджеса вообще иммунитет драконьим атакам. Но верно. Весь урон. Ну, конечно, он сейчас будет... Так, супер укус. Ну, он ничего другого сделать просто не может. Слабачок. Друдигон. Еще кто-то мне. А, все, да? Ой, вообще ни о чем. Если бы не первый драгалк. Вернее, если бы у меня был психокинез, так же бы, как и Викстром, проиграла бы она еще быстрее. Давай, давай, удачи. И че? Ну, он нас сейчас скажет позолотить ручку. Ой, так. Ну, что тут у нас? Давай-ка лучше засеемся. Двоих чуваков победил. Так. Чертоги типа огня, вспышки, пламени. Неважно.
Огненные покемоны, да. Сидит там эта дурочка. Не жарко это там вообще. В принципе, можно было и винозавра взять с мегакам. Ладно. Так, ее зовут Малва. С огненными покемонами. Fire Arms. Попадался такой. Уже в битвах несколько раз. В том числе и у Лиссандера тоже был. Проблем вообще никаких не вызвал. Талон Флейм. Давай его замедлим. Гробница каменная. Смелая птица. О, он может в принципе и убить. Мало здоровья у него. А, нет, ну, слабак. Говорил, слабая птица. Ваншот. Офигеть можно. Какая там у него защита. Все удары он выдержит с полным здоровьем. Так. Давай, заюзаем. Какую штуку. Ха-ха-ха. Землетрясение. Наивное. Смотри-ка. Удивительно, еще и вышло. Ну вообще. О! Full Restore. Пошли в бой прекрасно. Давай еще. Гулять так гулять. Ну да. А че? Проигрывает. Пора и под Full Restore юзать. Закончили, да. Слабаки. Гим-лидеры. Элитная четверка. Слабаки. Всем. Легкая игра. Серьезно. Чандилюр, ну давай, от тебя я жду максимума. Что-нибудь сделай. Луч замешательства. Ну, нам неплохо. Сейчас меня он будет бить. Себя, ну конечно, конечно. Я так даже и не думал на другое. Так, теневой шарик. Да. Ноль, полный ноль. Вот этот вот Малва, самая слабая, наверное, из них всех. Пока что. Я четвертого еще не видел. Ну, посмотрим. Ни о чем. Ни о чем. Вся надежда, блин, на чемпиона. Я надеюсь, что тут действительно чемпион. Хороший. А почему здесь синие? А, нет, подожди-ка. Здесь серая, такая металлическая дверь. Здесь фиолетовая, красная. А здесь что? Ага, это... Скорее всего, что-то водяное. Скорее всего. В принципе, у меня есть мысля, как рассыпать ее всю вообще хлам. Без винозавра даже. Хотя, ну блин, солнечный луч ход на зарядку занимает. Давай, ладно. Это Флорчис. Я сейчас одну ступень раскачки ей повешу и вырублю просто всех покемонов. Если, конечно, тут водяные покемоны.
Или ледяные. Если ледяные, конечно. Так. Посмотрим, посмотрим. О! О! Ох и громко, блин. О, вот это красота. Вот это прикольно сделали. Не, что касается оформления, игра очень красивая, вообще шикарно, шикарно. Все отлично. Конь, не, он еще спрашивает, хочешь ли ты? Че, могу сказать нет? За мной дверь уже закрыли. Сайболт какой-то. Клобицер. Что за квадратики появились? А? Что за фигня? Так, он бьет водным пульсом. О, я понял. Давай. А, вот проблема, что у него 4 покемона. Потому что сейчас замешательство будет. Ну ничего, я сниму замешательство и все, без проблем, баночка. Все будет нормально. У меня Райчус еще есть, поэтому проблем нет. Так, он запугивает. А, вот этот урод, да, выдержит много, да. Кроме электрического. Танец дракона. Странно, что она на второй ход уже подпиталась. О! Понятно. С 63-го всего лишь уровень. Я надеюсь, Райчу быстрее его. Ну, конечно. Ладно. Динозавр 69-й. Хорошо. Барбаракл. О, господи. А, где-то я такого видел уже, товарищи. А, они не электрических атак вообще не выдерживают. Старыми. О, и привет, Канта. Ну, она тоже быстрая. Но не выносливая. Что толку, если она быстрая, а не выдерживает удара? Ничего в этом нет. Все, тоже лох очередной. Вся надежда, я уже говорю, что на чемпиона. Игра шикарная, но, блядь, она легкая. Она легкая. Ну вот, наши главные дверки открылись. Так. И здесь, и здесь. Я хочу взять Венозавра сейчас. Во-первых, хочу докачать, а во-вторых, с мегаэволюции начать. Силы. Я, правда, сохранюсь, мало ли все пойдет не так, как я хочу. Но я попробую. Мне надо хотя бы его на один раз. Как сказать-то? Рост сделать ему. И будет все хорошо. Оформление, безусловно, здесь очень красивое. Ладно, посмотрите-ка, у нее по кругу идут все типы покемонов, значки каждого типа. Очень красиво сделано. Не поленились дизайнера. Нормально все сделали. Так. А, так мы с тобой виделись с Августином, да, я помню.
Дианта или как-то так, Дината. Погнали! В луча. Почему-то квадратненькие спрайты стали покемонов. Не знаю почему, я не виноват. Лучше, в принципе, опасно, но летающий. Он еще и быстрее меня. Это очень плохо. О! Аврорус. О, блин. Ладно. Защитный экран, рефлект делает. Гудра. Господи. Так, где-то я уже видел эту красавицу. Давай, рост еще один. Пульс дракона. Думаешь пробить винозавра? Ну-ну. Сейчас ее будут лечить. Я тоже полечу. Еще одна раскачка, наверное, нужна. Какая крепкая, а? Ну, не сильная. Фига себе, это Дианта там подгорает. Наверное. О, хорошо снял. Все, видимо, кончились бальзамчики эти. Тирантурум какой-то. А, он, по-моему, каменный покемон. Ой, мало хп. Да, повезло, хп очень мало. От отдачи он повреждение большое получил. Так, ладно. Хорошо. Мега-винозавра я списывать со счетов не намерен. Сейчас его Квагсайр под орех разделаем. Вот и все. Красава, блин. Бургейст. Ага, все, я вспомнил, кто это. Это травяной, по-моему, призрак. Сейчас увижу его, скажу. Да,
рискнем. Он может, в принципе, Дель Фокса ударить сильно из-за того, что он призрак, но я рискну. И что это? Так. Так, хорошо. Гардевуар. Это у нас, в принципе, ее надо Shadow Ball'ом бить. О, Мега Камень, наконец-то. Мега Гардевуар. Хорошо, интересно. Полетел шарик первый. Сильно. Ну это... Ну да. Сэкономила на эту. А я огнеметом сожгу к херам. Ого! Сильнее, чем суперэффективным шаром. Мистический огонь. По-моему, у меня такой был еще. Да. За раз я так и взял 70. Все. Более-менее сильно. И то я всех покемонов не задействовал. Ну, господи. Все равно легкое. Был бы тут какой-то режим, например, легкий, там, средний, тяжелый. То есть, например, доходя до лиги, вот это, тут бы у этой Дианты были бы покемоны какого-нибудь сотого уровня. Вот это было бы, конечно, да, испытание. А так, это легкотня. Увековечим в зале славы наших товарищей. Я-то думал, у меня одна серия отойдет на элитную четверку. А, как в Pokemon Black 2 это, считай, было. Потом на чемпиона еще там пойдет время. А, так. Ну ладно, чё. Игра шикарная. Хоть и легкая, она потрясающая. Покемоны перешли на новый уровень, когда они стали 3D-шные. Поэтому очень популярная франшизка. Миллионы поклонников и так далее. То есть я когда начинал играть, я думал, мне понравится в них играть, но нет. Очень стратегическая довольно таки игра. Здесь в боях надо планировать ходы, там предугадывать, ну и прочее. Плюс интересно исследовать сам регион. Вот. Как-то персонаж у меня даже вырос. О, нифига себе. Значок отваги Калоса. А, ладно, что, на этом буду заканчивать прохождение этой игры. Вот, всем спасибо за просмотр, всем пока.